Да, господа, было дело. Это был не очень далекий, но все-таки еще тот лохматый моп-топ год, когда Битлз еще были вместе. Это был 70-й год. Джон Леннону стукнуло 30 лет. И я послал ему телеграмму, я смело, я бы сказал, даже храбро, поехал на главпочту и отправил Джону Леннону в Лондон на Apple Records телеграмму поздравительную. И попросил его прислать мне пластинку с автографом. Последнюю при том. Please, John, пришли мне last record with autograph. И он прислал. Это было, конечно, сенсацией. И до сих пор ко мне со всей страны, уже прошло 50 лет, и со всей страны ко мне приезжают люди, и постоянно я слышу один и тот же вопрос. Коля, как и тебя не вызывали в большой дом? Привет, господа! Мы хотим вас познакомить в этой программе с проектом храма любви, мира, музыки Джона Леннона, музыки Битлов в Санкт-Петербурге. Эта идея появилась в 90-м году. Эта идея мне приснилась, вашему покорному слуге. Я как-то утром проснулся и увидел храм на фоне чистого голубого неба. Я сразу первым делом нарисовал этот храм, даже не чистил зубы, даже не завтракал. Я первым делом нарисовал храм. Потом я его слепил, и в течение пару лет мы начали эту идею реализовывать. Коля, а когда же будет храм? Я отвечаю, храм будет в 2020 году. И еще мы живем с новыми силами и с новыми молодыми сторонниками храма, которые посещают наш храм и делают свой вклад в это благое для нашего поколения святое дело. Прибавляю мой главный стих моего храма и моей жизни. Когда храм будет открыт, я выйду on stage, и рядом с Джоном Джон споет All in His Love, а я прочитаю мои любимые стихи. Вторым номером программы будет мой следующий стих. Во мгле крутых небесных буч над черной крышей мироздания летит Святого Духа луч, и трепет входит подсознание. Когда же это все придет? Когда раздастся звон храмовный, наш храм восстанет из болот питерских и рухнет в клевость обновленным. Так рухнем же в клевость, братцы! Альтернативы! Некто, Коля Васин, ваш покорный слуга, имел честь посетить Америку в 89-м году как посол рок-н-ролла из России, ДАС. Вот именно. И он имел честь привезти оттуда целую кучу всяких дел, сувениров. Вот видите, целый альбом посвящен только визиту в Америку, в Мемфис, в город Элвиса Пресли, короля рок-н-ролла, а? Круто! Вот так вот, ребята. Спасибо, спасибо, спасибо. Заканчивается этот альбом. Спасибо всем. Спасибо всем. Музыку, которая стала больше, чем жизнью. Она стала безумием. Она стала вечным кайфом. Она стала предтечей Битлов. Вот что совершили Elvis and Company в Мемфисе. А вот мое интервью, последняя страничка в моем суперальбоме под названием «I'm all shook up». Я весь трясусь. Уа! Вот мое интервью попало сюда, на последнюю страницу. И оно называется «Путешествие до конца начала и обратно». То есть от Петербурга до Мемфиса и обратно. Вот так, ребятки. Я весь трясусь. Супер альбом.
Рекомендую. Remember, all you need is love. Bye-bye.